Ничего себе поездочка! Неизвестные преступники в Дзержинске напали на таксиста, а затем ножом ранили подоспевшего на помощь коллегу. Поздно вечером в самом центре города двое мужчин остановили машину такси, и когда водитель довез их до адреса, неожиданно напали на него. Они начали толкаться. Худо-бедно отбивался, потом повалили. Даже все смутно помню только уже, как сидел в своей машине. Я сам нажимал тревожную кнопку и говорил в рацию. Произошла тревога. То есть как бы приехали сюда и полиция, и все. То есть они из квартиры не вышли, эти ребята. То есть они как бы забаррикадировались в квартире, там 111 квартира, что ли, по-моему. В 111 квартире они спрятались и не открывали даже полиции. И до сих пор квартира закрыта. В итоге все уехали, разъехались, то есть полиция как бы ничего не сделала. Все оставили дежурную машину среди своих водителей такси. И он в рацию нам сказал, что такие-то вышли из подъезда. Мы подошли просто вдвоем сначала с Сашей, просто уточнить, вообще эти ребята, нет. Ну, как бы стали задать вопросы. Посмотрим, у него костяшки на руках разбиты. Он поднял куртку, которая лежала у него на траве, на дороге. Достал нож, мы немножко оторопели, подбежал и ножом ему в бедро уже воткнул нож. Течет прям течет. Рана очень глубокая. Повреждены сухожилия. Если человек ходит по улице с ножом, значит, у него уже есть какие-то намерения кого-то пырнуть, правильно? После этого он через бульвар сиганул через забор, побежал в сторону детского садика и там в дворах скрылся. Догнать не успели. Второго нападавшего мы задержали, передали его полиции. В настоящее время задержан гражданин 1987 года рождения, который, возможно, причастен к произошедшему. В настоящее время сотрудниками полиции принимаются все меры к задержанию второго подозреваемого в совершении данного преступления. То есть он может вызвать сейчас такси, сесть и совершить очередное преступление, то есть убить человека. Кстати, второго нападавшего пока задержать так и не удалось. Личность его установлена, но где он скрывается, неизвестно.